Надо было вам вчера подойти. Сегодня Рузман, где следующая шапка? Давай, да он назад сядет, я тоже назад. Детей мы никогда не забываем, не забывали и не забудем. Не может быть, чтобы человек столько зарплаты не получил. Хозяин машины не я, машина не моя. Не уважает свою маму. Пока обедать не будем. Инна лиль муттакина мафазан хадаика ва а'наба. День имама, да, так сказать. Че, Халид, зайдем? Ассаламу алейкум. Я извиняюсь, конечно. 5 минутка, что вы собрались? Да, в данный момент у нас проходит 5 минутка. Это каждый день у нас бывает. День начинается с 5 минутки. Ждем имама. Кстати, это имам города. Мы сегодня будем целый день проводить с ним. Посмотрим, какая насыщенная и интересная жизнь у него. Пока я ждал, я заметил, что каждый помощник ему дают какой-то отчет. Скорее всего, за проделанный день. Жилье и мы жили организовать нам деньги. Это, наверное, что мы должны. Там раньше дело. Я с ними виделся, я с ними разговаривал. В театре я им сначала объясняю все. Они больше не будут там. Барак Аллах. Всем желаю вам хорошего дня. Как у вас дела? Пятничным днем у вас. Любитель кофе. Кофе — это тоже ни'мат Всевышнего Аллаха, благо. После Рузмана мы поедем еще к одному имаму. А ты сам будешь проповедь делать? Да, я сам буду проповедь делать, да. А в какой мечети будем? Мы сегодня на редукторном. А бывает такое, что у вас на мероприятии за город вызывают? Бывает. Приглашают? Очень часто бывает, да. За город, когда вы говорите, имеется в виду поселок? В другой город. А, в другой город, да. В другой город приглашают, но мы стараемся не всегда выезжать. Когда есть необходимость находиться в городе, без необходимости просто... Лучше не выезжать. Да, лучше не выезжать. Как вы разгружаетесь? Ну, например, я, например, разгрузиться могу, поиграв в PlayStation. Бывает такое у вас, у имама? Ну, да, вот как раз буквально вчера, вот с той же командой, где вы были недавно, на 5 минутки. Вот с этой же командой мы выехали в Главрыбу. А такую 5 минутку я бы тоже попал бы. Да, не отказался бы, да? Надо было вам вчера подойти. Давай, да он назад сядет, я тоже назад. Потому что снимать, разговаривать так легче будет. Сейчас куда едем в Главрыб? Сейчас мы, иншаллах, поедем в редукторный поселок, парк Дракон. Благотворительный фонд «Инсан» организовывает мероприятие для детей. Попросили приехать, поддержать. А, выступить надо, да? Да, да. Бисмилляхи рахмани рахим. Уважаемые родители, младшие братья, сестры, я вас всех приветствую в такой прекрасный день, в таком теплом, прекрасном мероприятии. Пятничный день, день хороших, благих дел. А именно такой день совпадает и праздник для самых лучших наших детей, иншаллах. Дай Аллах, чтобы наши дети нас всегда радовали. Барак Аллах. Чуть поподробнее, брат, какое мероприятие здесь? Дракон парк предоставляет парковую зону для благотворительного фонда «Инсан» для этих детей. Их будут обрадовать, они могут покататься, да, везде побывать, погулять. И будет для них очень вкусный организованный обед от фонда «Инсан» тоже. Аниматоры тоже, наверное, будут? Аниматоры будут, да, да, кстати. Аниматоры будут. В общем, очень интересная развлекательная программа для детей. Да, вы узнаете, не может быть, чтобы человек столько зарплаты не получил. И да, он, тем более я с ним на связи. Сейчас один выходец одного джамаата звонит, переживает за своего имама, говорит, он зарплату получает, нет, получил ли он, будете ли давать и так далее. Иногда технически бывает пару дней, там плюс-минус, задерживаем 2-3 дня. Ну, как обычно, а, у всех, как, да? Обычно у всех, да. А вот приятно, когда в джамаате, среди людей есть такие люди, которые переживают, беспокоятся, звонят. Абдулла, это машина твоя, да? Машина, брат, если так пошутить, то она наша, именно на сегодня. А так, хозяином этой машины является наш брат, который приехал сегодня и заявил желание остаться вместе с нами целый день. Куда нужно ехать, на разные выезды и так далее, он вот забирает, отвозит, привозит. То есть, получается,
ты как имам не ищешь себе помощников, сами люди изъявляют желание помочь тебе. Да, альхамдулилля, есть люди. Вот. Я думаю, многие об этом не знают. Чем занимаешься, брат, раз ты можешь уделить время имаму помочь? Я работаю в строительной компании. И то есть, получается, какой-то свободный график, наверное, раз можешь вот так вот выделить время? Да, у нас 7-8 человек, брат, которые вот так собрались. Это было, можно сказать, с первых дней, как Абдуллу назначили председателем имама города Махачкалы. Мы вот так собрались и решили каждый на себя по одному дню взять и сопровождать, и быть помощниками имама. Получается, Абдулла, брат, у всех имамов такие помощники есть? Ну, я не один такой, которым вот так вот люди подходят, предлагают свою помощь, есть, да, у остальных по-разному есть помощь, есть поддержка, бывает. То есть кому как? Кому как, да. Как, ну, могут, как могут, по мере возможности. А так есть, альхамдулилля, такие. Тогда получается вот этот вопрос, откуда у имамов вот эти иномарки, просто отпадает. Да. На ровном месте. Да. Так и получается. Очень красиво, мечеть никогда здесь не был. Не был ни разу, да? Сдалека видел ее, но никогда не был. Нам сегодня приехал в качестве гостя председатель имамов города Махачкалы. Заранее хочу поздравить вас с наступающим самым великим праздником Курбан-байрам. Для детей тот человек, который поднимает руку на свою маму и обзывает свою маму самыми плохими словами, не уважает свою маму, дети никогда этого человека не забудут. То, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. Абдулла, брат, мы сейчас только вышли с мечети. Какие планы? Аллах примет, брат. Аминь. Сейчас мы едем одному нашему имаму, его зовут Адиль Хаджи. Договорились с ним увидеться, посидеть, поговорить, обсудить план работы, именно план летних курсов, иншаллах. Он нас ждет. И пока, дальше? Пока дальше? Обедать не будем. Все, дальше чуть попозже надо, обед, да. Еще раз, Адиль Хаджи. Намазы, ага. По традиции чай, да? Кофе, чай. И то с фруктами я тоже. Это старая центральная джума мечеть была она. Сейчас, в данный момент, там мадраса хафизов, школа хафизов. А это мечеть, да? А это уже новая центральная джума мечеть поселка Шамхал. Курирует он поселков. Сейчас вот приехали к нему. Если он не подходит по каким-то направлениям, зачем? Если не подходит от того, что человек дал, он вакф уже сделал. На этом же заканчивается, его хукму нет? Надеюсь, у тебя в кабинете бардака нету? А? Не будет, там не будет бардак, кроме этих. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Рамазан Хаджи, как у вас дела? 8 муаллимов. А другие поселки как вообще? Они готовы к летним курсам? Тоже Муса, к примеру, готовы уже, можно сказать. Открытие летних курсов в понедельник будут даже. Чтобы определить причину, он начал обзванивать родителей. Это почему, знаете, у него такой подход? Потому что он человек ильму, он сам преподаватель. Вроде бы собираюсь ехать, сейчас не по плану. Что происходит у нас? Мы узнали, что одного очень хорошего человека мать погибла в поселке Шамхал. Сейчас решили поехать, выразить соболезнования с имамом. У них сейчас кулгу после аср намаза. И вот приехали соболезновать к нему еще. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. С кем, брат, легче тебе работать? С молодыми или с взрослыми имамами? С молодыми имамами легче работать. Мне говорят иногда о том, что у тебя молодые имамы, как бы, да, слишком молодые, как дети иногда говорят, а я говорю, они сегодня дети, они сегодня молодые, а завтра, говорю, они станут взрослыми, созрелыми людьми. Вот еще вопрос, брат, чаще всего с какими вопросами, три вопроса, к вам обращаются горожане? Вот
именно ко мне не сказал бы, я обычно к имамам обращаются в основном вопросы похороны, вопросы бракосочетания. И, к сожалению, бывают вопросы с развода тоже, да, к сожалению. Семейные, да. В общем, по семейным вопросам и по вопросам похоронных обрядов, вот большинство обращений бывает именно по этим вопросам. Мне интересно, вот в 12 часов ночи бывало, вот звонят и говорят, надо махар поставить. Да, не один раз, даже не 12 часов ночи, час ночи, 2 часа ночи бывает, обращаются, звонят. Говорят, что надо махар ставить, и когда им говоришь, что приходите утром в 8, после 8, после 9, еще возмущаются, ну, как так? До того, как ты стал имамом Махачкалы, кем работал? Где работал? До Махачкалы я был руководителем отдела просвещения по Кунтар-Калимскому району. А до этого был в Кайкенском районе председателем совета имама. Я сам с Кайкенского. И ты еще должен помнить хорошо те времена, когда мы с тобой еще в Дербенте были. Три года. Да. Но после Дербента было уже Кайкенское. Не, после Дербента был Тляратинский район. Да, еще был Тляратинский район. После Тляратинского района был Кайкенский район. Вот. Так что мы с тобой давнишние знакомые, друзья, братья. Откуда вы вообще берете вдохновение работать на такой нелегкой работе? Честно, нелегкой работе. Я сегодня убедился. Знаете, как я скажу? Вот любое дело, любую работу надо любить. Если ты работу любишь, если ты вот это дело любишь, у тебя автоматически и стимул, и желание, и все, все идет. И еще бывает очень, вот что тебя стимулирует, что тебя заставляет больше и больше работать, когда ты чувствуешь за собой такую, да, вещь, что за твоей работой следят, что кто-то ведет отчетность проделанной работы. Все там благодарны. Вам баракала за то, что нашли время. Приятно было с вами провести время тоже. И иногда заходите, подбодрите нас. Иногда вот так заставляете нас работать. Когда мы за собой камеру чувствуем, у нас тоже, знаете, вот, ну, я думаю, хочется работать. Без камеры тоже много работы делается. Так что в этом не нуждается. Спасибо. Молитва.